В школе деревни Ушья открылся первый в Кандинском районе детский технопарк. Школьников учат конструировать роботов, вести разработки нано- и биотехнологии, программировать и управлять роботами. В прошлом году школа получила статус региональной инновационной площадки по развитию сети технопарков. Начиналось все с небольшого кабинета и самого элементарного оборудования. В этом году в технопарке появились 3D-ручки, принтеры и сканер. Ребята теперь могут проводить опыты по естествознанию физики, в том числе ядер. Преподаватели уверены, их ученики совсем скоро станут учеными и инженерами. Чтобы больше знать о программировании и моделировании программ. Интересно. Да, очень.